помню, кто автор, возможно, Юрий Рысик. «Бабушка пирата». Знающий текст могут подпеть. Что-то не так, блин, не строит. Так и строил Валера. Либо плывет. Другой нет, я так понимаю, с капроном. Льется сумрак голубой в паруса фрегатом. Провожала на разбой бабушка пирата. Провожала на разбой бабушка пирата. Два кастета положила и для золота мешок. А потом, конечно, мыло и зубной порошок. А потом, конечно, мыло и зубной порошок. Дорогой кормилец наш, сокол одноглазый, ты смотри на абордаж, попусту не лазай. Ты смотри на абордаж, попусту не лазай. Без закуски ром не пей, очень вредно это. И всегда ходи с бубей, если хода нету. И всегда ходи с бубей, если хода нету. Ты смотри, не посещай злачные притоны. Зря сирот не обижай, береги патроны. Зря сирот не обижай, береги патроны. Знаешь, бабка, если так все тебе знакомо, на разбой езжай сама, я останусь дома. На разбой езжай сама, я останусь дома. Льется сумрак голубой в паруса фрегата. Провожали на разбой бабушку пираты. Уезжала